Привет, дорогие зрители и любители страшных игр! Добро пожаловать на прохождение игры Neverending Nightmares. Всем приятного просмотра! Продолжаем наш путь кошмаров. Это у нас уже четвертая серия вроде. Значит, куда-то мы вышли. Опять лес, кладбище. Что же нас тут ждет? Давай смотреть, боже мой! Какого хрена? Так. Окей. Давай бежать. Мне это крайне все не нравится, черт! Так. Игра пугает до последнего. Вообще очень напряженная атмосфера. Фу. Блин. Так, куда же мы спускаемся? В какой-то склеп, что ли? Пока вообще непонятно. Давай потихоньку. Потихонечку бежать. Так, подожди-ка. Стоп, давай зайдем в эту дверь. Может, что найдем. Опять куклы, опять все такое непонятное. Черт. Подожди, ладно, давай проверим ту дверь. Может, сейчас что-нибудь найдем. Так, опять коридоры, да какого хрена, спрашивается. Так, ладно. Предлагаю выйти и посмотреть, что у нас тут. А, тут завал, блин, значит, мы в верном пути. Так. Я уж подумал, что здесь развилка будет. А, в принципе, игра вроде как прямолинейна. Возможно. Черт его знает. Пока вроде монстры нас не атакуют. Это уже хорошо. Так, давай сюда. Давай-ка здесь посмотрим, что. Так, подожди-ка. Что за жуткие портреты? Так, вот этот портрет можно посмотреть. Я не понимаю все-таки, ну, в смысле, кто это могут быть? Возможно, это разработчики игры. В прошлой серии, дорогие друзья, мы прикидывали, что, возможно, это чисто разработчики игры себя нарисовали и впихнули на картины. Ну, потому что их лица отличаются от картин, которые здесь. Ну, вот, например, видишь вот эта картина, она выглядит вроде как обычно. Ну, какой-то человек что-то там делает, играется с камнями, и типа мы ее посмотреть не можем. И как бы вот. Либо вот, например, портрет какого-то военного, либо вот вообще висельник здесь. Так что некоторые портреты какие-то загадочные отличаются. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, какого хрена спрашивается? Зачем? 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 Так, может, ушла? Я не знаю, она уходит или как? Вроде она исчезает. То есть, эта женщина появляется, пытается нас грохнуть. Возможно, это наша сестра, дорогие друзья. То есть, понимаешь, у нас уже вроде как четвертая по счету серия, а мы до сих пор не в зуб ногой, как говорится. Не понимаем до сих пор сюжет. То есть, сюжет настолько запутанный здесь, просто да нельзя. То есть, либо это сон, глубокий сон во сне главного героя, и все это сопровождается великим кошмаром. Либо главный герой чокнулся просто. Ой-ой-ой, только не психи. Только не психушка. Так, спокойно. Вот тут лучше не бегать, дорогие друзья. Потому что, возможно, в этом коридоре... Хотя нет, в этом коридоре никого нет из психов. Так, доктор, офис, хорошо. Так, сторож. Сторож. Так, подожди-ка. Сторож тут нифига не будет, ничего. Так, хорошо, давай здесь выйдем. Так, вот я все-таки ожидаю какого-то выпада. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой, беги, 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 главный герой, беги. Беги, мать его, беги.
Ага, так. Хорошо. Этот бугай пупс не может нас достать. Слишком большой для такого проема. Великолепно. Бежали от монстрика. Хорошо. Он нас уже почти догнал. Так, где это мы? Это цикличный кошмар. Большую часть времени мы вообще проводим в каких-то жутких коридорах. Так, окей, давай заходи. Что здесь? Конечно же, полная жопа. А что еще стоило здесь ожидать? Так, давай заходи сюда. Библиотека. Ну, уже вместо книги здесь дверь. Так, медведь? Нам стоит его брать, либо как? Или нет? Или да, я не знаю, главный герой. Давай потихонечку уже выходить отсюда. Стоп. Опять начинается задница. Какого хрена? Так, хорошо, давай. О! Господи. Ты видел? О, боже мой. Это что, кукольные руки? Так. Только аккуратно, главный герой. Тихо, 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 тихо. Тихо. А, черт! Боже. О, бери, бери свечку. Что здесь за дерьмо? Так, где это мы? Черт, куда бежать? Ух, я так и знал, что нас схватят по полной, не хочу, черт. А-а-а, жестяк. Так, давай сюда. Так, здесь уже ни хрена нету никаких дверей, дорогие зрители. Так, главный герой, не запыхивайся, я тебя прошу. Ты меня так напрягаешь вот этим, то, что запыхался. Так. Что здесь? Так, коридор. Блин. Жуть. Спокуха. Давай сюда. Я надеюсь, мы здесь никого не встретим. Достаточно этого кошмара. Так. Давай спускайся. Так, на вид здесь прям очень большой пролет лестницы. Так. Такое ощущение, что спускаемся в какие-то глубины ада. Так, по звуку музыка вообще жестко усилилась. Давай, давай, потихонечку спускаемся, спускаемся. Топы, топы, топы. Топы, топы, топы. Мазафака, так. Что это такое? Что за мясное логово? Воу. Дорогой Томас, я от тебя ухожу. Прости. Но отговаривать меня бесполезно. Я тебя все еще люблю, но оставаться рядом не могу. Потеря нашей дочери ужасна и для меня, но я хочу жить дальше. Ты ведь еще жив, так почему не живешь? Надеюсь, со временем ты оправишься от этой утраты, очень надеюсь. Пора прощаться. С любовью, Габриэлла. Все понятно, дорогие друзья. Блин, оказывается, главный герой. Вау, и все, финал игры. Получен достижение. Последний спуск. Офигеть. Все, финал, дорогие друзья. Прошли мы игру Neverending Nightmares. Очень довольно-таки... странная, интересная концовка. То есть, все выяснилось, все встало на свои места.
получается так, что главный герой потерял дочь каким-то образом, и жена от него ушла. Теперь понятно, кто была жена, кто был ребенком, все ясно. Как все было вначале запутано. Ух, над игрой очень много работало, и можно заметить все эти текста, это те люди, возможно, которые проходили эту игру. Очень необычно. Как-то. Так. Что ж, дорогие зрители. Вау. И у нас еще, оказывается, есть, походу, несколько концовок. Кошмар продолжается. То есть можно отсюда начать, я так понимаю, и потом еще получить какие-то вот две интересные концовки. Ну, хорошо, в принципе, дорогие друзья. На этом все. Финал игры. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем бай-бай.